Так, друзья, продолжаем покачивать рейтинг. В игре русская рыбалка 4. И сейчас на озере Амуринное. Ловить-то собираюсь возле моста. Ловить-то собираюсь рыбу, которая, по моему мнению, приносит гораздо больше очков. Ловить ее проще, чем мучиться игрой рыбой. Денег она не приносит, но она приносит очки. Так, берем самое простое удилище бамбуковое, ставим на него все самое тонкое, поплавочек стандартный. Самую маленькую крючок, который у вас был, и мотыль, как самую одну из самых. Берем все это дело. И мы находимся под мостом. Не на мост надо заходить, потому что с моста забрасывает очень плохо, например, а именно по мосту. И бросаем в сторону города. И с нетерпением ждем. Понятно, самое лучшее время для клёва – это утро, вечер. Чем хорошо озеро Комариное, в отличие от той же реки Венок, которая бесплатна, что это речка без течения. Тебе не надо бегать за поплавком, поворачиваться, следить, куда он уплыл, забросил и жги поплавки. Поплавка на грязном месте. Искать небольшого никого. Маленький. Лучше всего, конечно, придет почти. Давно заметил ловишь карася, либо плотницу, средний 10-15 очков. Можно больше 20. Сплейка все гораздо интереснее. За то же самое потраченное время можно очков рейтинга раз в 10 больше накачать. Ну, почти что каждый грамм очков рейтинга. То есть на вес золота. Сегодня немножко прохладно, видимо, с утра. Резвее. Но как только собираешься снимать видео на тему рыбалки, соответственно, рыба начинает выводить где-то в другом месте. Так. С нетерпением ждем. Нет, ну, для сравнения, это карасик. Всего 6 очков опыта. Продам. Я не хочу его выпускать, не хочу его ловить. Мне кажется, ну, в моем мире, рыба, которая отпускается, она заполняет водоем, и она ловится чаще. То есть рыба, которая тебе нужна, ее лучше отпускать. Рыбу, которую ты не хочешь, чтобы она больше попадалась, ее наоборот занять и волокти куда-нибудь на рынок продавать, но ни в коем случае обратно необходимо забрасывать. Так, прошел час. Мы поймали одного карасика.
на 6 очков. Отличка. 56 очков. Уже лучше. Но все равно не то. Соберу. Тоже на желтый. Да. Пожалуйста, уклеечка. 36 грамм. 10 сантиметров. 10 сантиметров 100 очков. То есть каждый миллиметр это очко. Если вспомните красика, которого мы поймали в начале видео, красик стоил 6 очков. То есть одна маленькая уклеечка стоит как 10, 12, 15 карасей. Поэтому уклейки для людей разновыразные. Потому что очков он дает как минимум в 10 раз больше. Красик был на 6 очков, но он может быть на 10, на 12, на 15. Маленькая уклеечка в 10 раз дороже. То есть мы в 10 раз быстрее прокачаем свой уровень и получим необходимую снасть. Смотрите, как я, и вы обязательно поймаете. Если поймали, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я собираю всю рыбу, всю рыбу не выдаю.